Бабуля пришла. Или кусту, кызым. Привет, чё куслу? Или кусту, кызым. Дюн да чё куслую. Аферин мы? Напсыр, işte Аллах ярдым ediyor bir yerde. O şey yapıyor. Evet. Аферин benim kızım. Я говорю, вот это ногу спокойно говорю, уже два дня. Асланчик капризничает из-за зубиков, скорее всего. А она, наоборот, спокойненькая. Сейчас тоже Аслан у меня на руках, телефон пытается выхватить. Кучу. Каймару мне. Ем сену, бочек, глазерине. Узим глазерине, ем мя сенин. O yaramaz diyor. Bir de ben bunu üzmeyin diyor. Yürü senin bu ayakları. Gidesin ben de doğru. Gidesin. Açan benim. Hadi gül. Hadi. Ay parçam. Kuzum. Koymam benim. Бабуля пришла, да, к тебе? Бабуля пришла. Ай парчам, ай парчам, ай парчам. Hadi bir gül, hadi. Tombuşum benim, o tombuşum benim. Senin dişlerin mi kaşınıyor seni? He? Sana erik vereyim mi? Erik vereyim mi? Popşuk, popşuk. Solmuşka. Давай, солнышко. Давай, мамино солнышко. Тю, пупсик мой. Моя красавица. Вот так, вот так. Труженица мамина. Ой, встала на четвереньки, да? Легла, встала, легла, встала, покачалась, легла. К телефону поползла. Вот и весь день прошел. Да. Что-то у моей дочери аппетита нет. Вроде возвращался, а здесь опять пропал. Зяра, ты что перестала кушать? А? А? А, конечно, в телефон же залезть надо. Да? Да? Ты хочешь в телефон залезть? Да, бабуська моя, бабуська. Ой, все. Пошла. Пошла, пошла, пошла. Ты моя красавица. Ты моя красавица. Ой, мама, не знаю, куда засунуть тебя. Ой, пупсик. Ты мамина солнышко. Давай, давай, партизанка мамина. Ты мамина партизанка. Вот так, вот так. Кис-кис, мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Вот так, вот так. А ну давай еще раз покажи давай, как ты делаешь. Ой, в этом бассейне для мамы места уже нет. Пол бассейна игрушки занимают. Да, да. Ой, забыла поздороваться, мои хорошие. Привет, привет. Всем привет. Ты тоже скажи привет. Скажи привет. Нет, не скажешь? Совсем не скажешь? Да? Вот вам привет, слышали, да? Вот ты вырастешь, будешь смотреть свое видео, и тебе будет стыдно за этот пук. У нас игрушки сами по себе разговаривают. Пупсик, будет стыдно тебе за этот пук, а? Я думаю, будет стыдно. А? Да, будет. Ай, стой, 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 стой. Давно не показывала я жик, губу не выпирала. Давай, давай, давай. Вот так, ой, ой, ой.
Вот так мы растем. Асланчик спит. Она тоже поспала буквально полчаса. Посмотрим, сколько будет Аслан спать. Он уснул ровно в 3. Она тоже ровно в 3 уснула. Вместе они уснули. Да. Она у меня спит по 15, по 20, по 30 минут днем дома. Очень редко спит продолжительное количество времени. Мои хорошие, я говорила, что одна бутылочка у нас разбилась. И я бегала по аптекам у нас на районе, искала такую же точно. Ни в одной аптеке не было, представляете, доктор Браун, нет. Только Авент у них. Авент и все. Ни на складе, нигде они не нашли мне. И вот в интернете я вспомнила старый добрый интернет. Да. Ты тоже здесь. Да, она тоже здесь. Вспомнила старый добрый интернет и заказала там 2 бутылочки. Мне обошлось 90 лир, 92 или 93 лир, я не помню, 90 с копейками, короче. Но все равно это дешевле, чем то, что я брала в России их. А вот, точно такая же, как наша, по-моему, она. Сейчас я посмотрю. Да, один в один, это точно такая же. А вторую я взяла, тоже стекло, но побольше. Это большая. Вот она. Мои дети уже привыкли к этой бутылке. И, например, у нас есть Чико. Тоже стекло. Из нее они не хотят пить. Ее даже в руках держать ни один из детей не хочет. О, наша проблема с бутылками решена. Как хорошо. Ну, щеточку тоже прислали. Ну и прекрасно. Да, мама, теперь у вас еще 2 бутылочки. Да. Че, моя королевишна. Моя королева. Моя девочка. Моя девочка прохлаждается без подгузника. Мама, сняла я подгузник? Да. Да? Честно? О-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Да? А ну-ка, давай вместе. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Тили-тили, траливали. Это нам не проходили, это мы не проходили, это нам не задавали. Да? Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Ой, они меня в шута Горохова превратили, мои детки. И что? Будешь пирамидку собирать? Будешь собирать ее? Или ты будешь позировать, как обычно? Позируешь, да? Ой, давай ему попочку твою закроем. Закроем, нельзя. Ты же у меня девочка скромная, в отличие от мамы. Ну, давай соберем с тобой пирамидку. Опась. Смотри. Пирамидка. Ну, конечно, телефон, когда есть, пирамидка не нужна. Вот сюда положу. Давай так. Разбираем. Красный. Красный. Опась. Оранжевый. Сюда. Желтый кружочек. Вера. Желтый кружочек. Зеленый кружочек. Голубой кружочек. И синий кружочек, последний. Собрали? Давай теперь ты собери. Можешь собрать? Или ты только разбирать умеешь? М? Ты умеешь собирать пирамидки? Ну что опять не так? Опять что не так? Что опять мама сделала не так? Что? Катастрофа, катастрофа. Катастрофа, катастрофа. Давай тогда в машинки поиграем. Фигурки. Давай. Фигурки будем играть? А что ты хочешь поиграть? А? Ладушки, ладушки поиграем? Ладушки, ладушки, где были у бабушки?
Что вы ели? Кашку. Что вы пили? Брашку. Да. Дальше мама не помнит. Песенку спеть тебе? В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. В любой непонятной ситуации становись на четвереньки и раскачивайся. Это девиз моей дочери. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, спи, ёлочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, серенький, под ёлочкой скакал. Порою лук сердитый лук крысою пробегал. И вот она нарядная на праздник нам пришла и много-много радости детишкам принесла. Все, дальше мама... Ай! Пью! Дальше мама ничего не помнит. Я шатан! Сынуля спит уже 3 часа 20 минут. Он просыпался, водички попил и дальше спит. Дневной сон у моего мальчика всегда был хороший. Это вот после подготовки к МРТ все у нас испортилось. Сейчас вроде как налаживается. Мама, 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 папа, мама. Зехра, Аслан, Кися, мяу-мяу, гав-гав-гав, гав-гав-гав. Господи, что я там снимаю? Ну, не так надо ее снимать, мою красавицу. Мама, папа, гав-гав-гав, кис-кис-кис, мяу-мяу, ко-ко-ко. Ква-ква. Кто делает ква-ква? А ку-ку-ку кто делает? Ты моя слюнявочка маленькая, маленькая моя. Ой, нет, слюни тоже вытирать нельзя. Вообще ее трогать нельзя, вы что? Вот так у нас денечки и проходят. Мы поели супчик. Вот же я тебя снимаю, вот. Вон она ты. Не убрала мама от тебя камеру? Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Ну летите-ка домой. Мы не можем. Серый волк под горой не пускает нас домой. Да. Ой, ладно, мои хорошие. Скоро придет, наверное, папуля. И я с дочерью выйду на улицу. Или, может быть, папа тоже, если выйдет, сынулю тоже возьмет. Вчера я с сынулей выходила, в магазин ходила и взяла заодно сынулю, чтобы он развеялся. Сегодня, если папа не согласится... Что за вопрос, папа не согласится? Согласится. Сегодня, скорее всего, с обоими детьми выйдем. Посмотрит на улице. Сынуля машины разглядывает, проезжающие людей. Вот так. Ну, мне вообще парень любознательный. Батарейка Energizer? Ты, мамина, батарейка Energizer? Батарейка Energizer. Батареечка? Да. Energizer. А-а-а! Мяу. Мяу. Мяу, мяу, мяу. Кис-кис, мяу. Кис-кис, мяу. Мяу, мяу. Кис-кис, мяу. Кис-кис, мяу. Она себя может бесконечно разглядывать в телефоне.
Я тоже люблю на себя любоваться. Она тоже. Вся в меня, мамина дочь.